когда человек не работает. Ну а почему люди теряют работу? Бывает очень много признаков, почему они теряют работу. Первое, из-за того, что им мало платят. Второе, когда там начальник сам увольняет. Третье, если просто человеку уже бесит эта работа. Что такое безработица? Ну, это когда никто не работает, а просто сидит дома. Как нехочуха, как старая бабка. А почему люди теряют работу и сидят дома без работы? Потому что они хотят отдыхать или они хотят просто сидеть дома, как старые бабки. А что такое безработица? Безработица – это когда, например, поселок ни у кого нет работы. А почему ни у кого нет работы? Как-то они работу потеряли свою? Потому что нет ни магазинов даже, ничего нет. Ну, взял бы землечку, вспахал бы, картошечку посеял, вот тебе работа. Значит, у них было изначально много денег, что они все слуг наняли, так сказать. Так-так и ноги крендельком. А что такое безработица? Безработица – это когда человек не работает. Ну, а почему он не работает? Он ленится. На него напала лень. Что такое безработица? Наверное, ты хочешь работать, но не можешь. А почему люди теряют работу? Потому что плохо на ней работают, либо не хочет на ней работать, либо сами увольняются. Новые, наверное, нашли. Что такое безработица? Это когда человеку хочется работать, но не хочется работать. Это чувство, когда тебе вообще ничего не хочется делать. Тебе хочется лежать вот так вот, до пульта дотянуться лень. Я поясню, как я понимаю, как безработица, да? Вот человеку хочется работать, а работу он не может найти.